сейчас я просто чувствую себя, что радость какая-то на душе, понимаете, удовлетворенность какая-то получилась. Ну, цель конкурса, смотрите, это же активное долголетие, это поднятие настроения, это улучшение настроения, это поднятие жизненного тонуса, да, они стараются лучше одеваться, они красиво ходят, и семья, посмотрите, приходят семьи поддерживать, цветы покупают, внимание, и потом это роль пожилого человека. Ну что, на пенсию вышел, с внуками сиди, а мы там поехали в трудовую миграцию, а бедные бабушки и дедушки... умирает вот так, вот таким образом. А здесь у них есть возможность показать себя, показать свою роль. Вот вы знаете, как будто что-то помолодела я. Вы знаете, вот даже сделали какой-то макияж, даже причесочку, и кажется, я почувствовала себя, что я как человек хороший уже. Я очень довольна, рада. Это какое-то самоутверждение, потому что, ну, чувствуешь себя еще не совсем пожилым человеком. Испытала, ну, минута славы. Нас аудитория прекрасно встретила, поэтому я не растерялась, я старалась. Мы как-то забываем про то, что есть люди старшего поколения. Их вот не принимают в социуме, а мы хотим их больше взять в активную жизнь. Ну, они, конечно, расцвели, я думаю. На самом деле пришли же совершенно другие люди. Пришли застенчивые, с комплексами, с тяжестью, наверное, прожитых лет. И когда я им сказала, говорю, забудьте все, с сегодняшнего дня вы все должны измениться. Человека изменить кардинально, ну, не получится. А чуть-чуть подредактировать и вытащить харизму и красоту, которая, мне кажется, есть у каждой женщины, это мы вот постарались сделать. Да, я думаю, у них глаза заблестели. А это самое важное, чтобы глаза блестели, чтобы желание жить было. И я думаю, что никакой возраст не преграда.